Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы на озере, недалеко от белорусского поселка Узляны. Это километров 30 южнее Минска. Хорошее оборудованное озеро, здесь всегда много рыбаков, чистая вода. Видите, вот даже лебеди плавают вдалеке. Оборудованная зона для отдыха, скамеечки, места для переодевания. Вот, очень комфортно, прямо недалеко от трассы. Летом здесь очень много людей загорает и купается. Пока еще немножко холодновато. Вот, и вот на горе чуть выше знаменитый поселок Узляны. Что бы вы хотели знать об Узлянах и еще не знаете? Узляны. В годы Второй мировой войны здесь действовало антифашистское подполье. И рядом в окрестностях действовала белорусская партизанская бригада «Беларусь». Воевали они очень героически. Отсюда много очень знаменитых людей родом. Достаточно вспомнить живописца Барташевича, члена Союза художников Беларуси. Кстати, здесь же и родился один из основателей американского радио и телевидения США Давид Сарнов. Многократно эти места переходили из рук в руки, принадлежали епископам Веленским, вот, во времена ВКЛ. Во времена Речи Посполитой тоже было множество владельцев сменилось. Если интересно, все это есть там в Википедии и других источниках, можете почитать. Я пока предлагаю просто полюбоваться красотой природы. Здесь вот много строят домов. Вот, очень красивое место, хорошее. Будете проезжать мимо, заедете, не пожалеете. На этом, наверное, все. Сегодня отсюда, из-под Узлян, из Беларуси, Андрей из канала «Андрей про безопасность». Оставайтесь на канале, смотрите видео. Всего вам хорошего и до побачения.